Так, всем привет! Сегодня у нас такая погода, солнечная. Там тучи. Короче, приехал дед Андрей. С просьбой приехал на таком автомобиле. Линкольн Таункар. Машина такая в идеальном состоянии. Белый акрил, дорестайлинговая морда, такая вот. Трава в бампере. Андрюха, что это за говно? Андрюха, что это за хрень? Наша задача будет. Эти места покрасить. Они здесь вот заржавели, да? Точнее, не заржавели, а начинают ржаветь. По кромке. Пока это не вылезло вот сюда наружу. Здесь вот нормально более-менее еще. Короче, сейчас сделаем. Все остальное нормально. Дед Андрей тут уже занимался каким-то колхозингом, чем-то, блин, красил вот эту шнягу по сколам. И краска от этой шняги налетела вот сюда вот. Надо будет это тоже переделать. Потом надо будет покрасить вот эту штуку. Надо будет посмотреть в этом самом... В каталогах, в картинках, как это должно выглядеть. Заводское исполнение. Вот здесь вот... Я вижу вмятину такую прикольную. Где-то Андрей, блин, где-то по полям шоркался. Или об тротуар жёгал. Здесь опять прослеживается колхозинг деда Андрея. Здесь вот почему-то краска налетела. Похоже, что-то вот здесь вот подкрашивали. Или я-то в тот раз подкрашивал. Не помню, короче. Мой, может быть, колхозинг. Фиг знает. То же самое с той стороны, с арками. Наверное. А, ну да. Здесь как похлеще. Ну, мы это уберем. Здесь вот уже такая вот шняга. Здесь вот такая вот шняга неприятная вылезла. Будем красить, скорее всего, под ребро, под это вот. Так вот. Но потом посмотрим еще. Хрень какая-то. Отсос для воды, наверное, да? Вот. Ну и бампер. Была задача бампер сделать. Что здесь у нас с бампером? У нас с бампером здесь следующие дефекты. Вот такие вот. Вот такие. Бампер не желтый был, это пластик такого цвета. Изначально. Здесь какая-то шняга вообще. А, кстати, резиновая какая-то. Мягкая, податливая юбка. Специально так сделано, чтобы по ребрике, об бордюры всякие не это самое не сломать. Также здесь видны следы дедовской реставрации. Вот так вот что-то здесь красили, сюда насрали краской. Андрюха, позорище. Здесь вот штатные номера, я смотрю, висят. Также засрано опять здесь все. Этой хренью. Что там у нас еще с бампером? Здесь следы забора. Заборинг. Здесь что-то тоже, блин, фиг поймешь. Здесь. Короче, надо освежить. Делаем по-быренькому. Пока я тут с вами ходил, тут небо вот такое вот стало. Надо уже убегать. Короче, сейчас загоняем тачку, приступаем. Ну вот, приступили. Короче, начали с задних арок. Так вот, задомкратили ее. И вот в таком состоянии все прочищено. Так вот. До металла.
И никаких, Андрюха, преобразователей ржавчины и преобразователей жанита не надо. Все, короче, счищается абразивами. Вот тут вот видно, раз, два, три, четыре, короче, пять, да, вот здесь вот сварная точка. Это крыло родное, все приварено, не имитация. В общем, вот так вот, Андрюха. Сейчас будем перегрунтовывать это место и красить. С другой стороны я еще не делал. С другой стороны приедет Юра Молдаван, он будет тебе там фигачить. Так что, Андрюха, извини. Здесь тоже все готово. Вот так вот отгрунтовано. И здесь тоже был скол, пришлось подгрунтовать. Сейчас замываем грунт и красим. А еще у Андрюхи есть такая штука. Так вот, ее назвали фаллическим символом. Так вот, это и надо сделать. Сегодня солнышко светит, небо голубое, мне аж прям душно тут стало. Я в руке держу начало, Андрюхина начало. Какой он, да? Прикольный. Ну да ладно. Короче, Андрюха, здесь все зашпаклевано. Здесь, короче, кое-что по мелочи, то, что было найдено. Короче, следов нету от символа. Все красиво. Еще один символ остался, но его я трогать не буду. Так, я трогать не буду. Ладно, все, сейчас сохнет. Короче, эти самые арки по два раза грунтом пройдены. Сейчас подсохнет шпакля. И будем грунтовать и красить. Все. Небо голубое. На улице жара. Градусов 20, наверное, Колян там что-то делает. Ладно, всем пока. На сегодня хватит.